Хватит всем места? Да, всего 12 клиентов. Как они зарабатывают? $1000 за голову, вот так. Мы роликсы есть будем? Это его классическое блюдо. Ты должна попробовать вкус резеды. Не говори слово «вкус». Сегодняшняя ночь будет безумием. Добро пожаловать. Мы постараемся сделать ваш вечер более приятным. Добро пожаловать в Коту. Здесь мы семья. Да, шеф! Мы собираем, мы ферминируем, мы желе. А не желе? Мы желе. Он не просто шеф-повар, он рассказчик. Игра заключается в том, чтобы угадать, какой будет общая тема всего ужина. Ты ни за что не догадаешься. Кто вы? Я Марго. Почему вас это беспокоит? Я должен знать, с нами вы или с ними. Это меню. Фотографии, а на них мы. Этот список гостей. Как они это заполучили? Это нехорошо. Весь этот вечер. Господи Иисусе! Это просто постановка! Мы уходим, сейчас же. Все это было тщательно спланировано. Это реально не так ли? Что, черт возьми, происходит? Итак, мы предлагаем вам фору в 45 секунд. Хорошо, отчет уже пошел. Это то, за что вы платите. Не стойте у меня на пути. Все это часть меню. Все хорошо. Нет, мы сегодня умрем. Похоже, что так. Да. Меню. С днем рождения тебя! Ты сказал им, что у меня день рождения? Часа три назад это казалось забавным.